Мы боимся, как дети не провалились. Вот, видите? А были уже какие-то несчастные? Да, где ребенок провалился. С ведром вытаскивали. Привязали веревку. Ведром вытаскивали. Погреба, вырытые во дворе еще в советское время, в веке 21-м стали обузой для местных жителей. Галина Егоровна живет в доме на улице Чехова уже 40 лет. И по ее словам, ни одного человека, который пользовался ими, уже нет в живых. Раньше сыпали картошку, ставили, ну все. А сейчас уже никого нет, все умерли, никто не пользуется. Наследие прошлого, по словам местных, представляет опасность. Местами грунт стал оседать, и уже появились провалы. Кроме того, погреба попросту занимают место. Особенно это стало понятно, когда во дворе началась программа «Наш двор». Территорию, которую можно было бы использовать с пользой, считают жители, оставят нетронутой. За комментарием мы обратились к генеральному подрядчику, в городское управление автодорог. Там нам сообщили, что погреба засыпят. К самому ремонту во дворе у жителей тоже есть много вопросов. Они хотят вырубить старые деревья, закрыть сквозной проезд через двор. Есть и другие предложения. Мы очень просим, чтобы благоустроили действительно двор для людей. Услышали нас. Для галочки. Не отмывания денег. Если жителей не устраивает качество работ по программе «Наш двор», то нужно написать обращение на сайт двор.татар или в директ главы Альметьевского района в Инстаграм. Татьяна Леонтьева, Семен Егоров. Новости Юго-Востока.